Ну, а кто задавал вопросы, как вот этому всему научиться, ребята, ищите это все в себе. Сами, идя на тренировку, задавайте себе программу. Ага, вот это я еще хочу. А ну-ка еще вот это, да еще вот так. На один и тот же захват или на одно и то же действие, чем больше вы найдете вот этих отгадок с разных позиций, вперед, назад, вокруг себя, это будет ваше. И дважды не повторяться, да. Когда вы делаете одно и то же, но дважды не повторяйте в действии, чтобы заучить его. Стереотип, как вы работаете, от него не уйдете, вы уже в рамках зашорены. Это вот то, что самое главное, вот это делайте с разных сторон, но дважды не повторяйте никогда в одном и том же. Опять началось. Почему? Просто людям интересно же. Хорошо, если что-то с первого раза не получилось, я хочу поправить движение, то все равно мне его не повторять. Так нет, ну какие-то движения вы для того, чтобы заучить, все равно будете много раз повторять. Это на учебном этапе, на заучивании. А как иначе? На этапе стереотипа. Да, сначала пока посмотреть его надо освоить, а потом разрушить. А если ты сложишь его и не будешь отказываться, все, ты тогда не уйдешь. А надо его принять, как оно есть, вызубрил, и потом сразу стереотип меняй, сразу разрушай его. Ну вот сколько у нас? 33 буквы. И складывай как хочешь ты свое письмо, свою каллиграфию, и свой ум вставляешь туда, в свое письмо. Объясни. Ну, называется как? Стиль? Стиль свой у каждого. Система одна, а стиль разный.